Не выдышал. А теперь выключи, пожалуйста, весь свет вообще, который есть. Окей. Теперь, друзья, кто взял с собой телефон на этот концерт? Вот те, кто взял, вы ебанутые, потому что, скорее всего, вы сегодня проебете. Но если вы все еще не проебали этот телефон, можете достать и сделать звездное небо у меня прямо здесь сейчас. Просто большинство в Москве уже знает, что на мои концерты лучше не брать телефон. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Потому что... Вот, но вы взяли, поэтому сейчас будет трек медленный, очень медленный. Вы под него будете плакать. Я не скажу, как он называется, но скажу три слова. Респект Юрию Хованскому. Я сам все понимаю, погнали. Вселенную летая, федералы не звонят нас, куда несет нас, не знаю. Дай мне значки и стадо телескини, джинсы, топоры, огни, ночью светлые фонари, твои ноги в крови, и ты пьяная в мули, босиком идем с ней, вместе по сыру земле. Может, это так глупо, я полюбил тебя за вкус. Ты обжигаешь мои губы грубо, сука, я с тобой усну, я с тобой проснусь. Я хочу с тобой летать, моя девочка снёс. А завтра опять тебя я влюблю, слабого не поменять. Человека, который умеет петь в реальной жизни на сцене. И повезло жить с ним в одно время. Я бы тоже хотел очень сильно оказаться на вашем месте. Но, к сожалению, поп-музыки только один. Я не могу планироваться. Ладно, я шучу. На самом деле я вообще не ЧСВ. Просто все остальные артисты у меня хуй сосут. А так все равно. У вас все заметили телефоны, те, кто сейчас отставали, можете достать обратно. Потому что если сейчас вы снимете видео, у вас будет на телефоне официальный клип на песню «Порно Патя».